Готовим казацкий борщ, сытный, наваристый, на бульоне, с грудинкой, понравится всем и каждому. Этот невероятный аромат свежих овощей словами просто не передать, обязательно нужно пробовать. Сытный и наваристый бульон лучше приготовить заранее, можно использовать мясо или домашнюю курицу, как вам больше нравится. Благодаря грудинке, аромат и вкус выходит невероятным. Обязательно подавайте борщ к столу со сметаной и горстью зелени. Также вкусно будет с чесночными помпушками и нарезкой салата. Борщ в качестве обеда. Это просто отличное решение для всей семьи. Бульон 2 литра, куриный или мясной. Картофель 3 штуки. Морковь 1 штука. Лук 1 штука. Сладкий перец 2 штуки. Свекла 1 штука. Томатная паста 2 столовые ложки. Томат 250 мл. Грудинка 100 грамм. Копченая грудинка 100 грамм. Капуста 250 грамм. Масло растительное 2 столовые ложки. Сахар 1 чайная ложка. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 5. Подготовьте все ингредиенты. Овощи очистите, вымойте и просушите. Картофель нарежьте небольшими кубиками. Заранее приготовьте бульон, варите его не менее 1,5-2 часов. Курица, говядина, свинина, выбирайте по своему вкусу. Переложите картофель в кастрюлю с бульоном, варите 20 минут с момента закипания. Лук очистите и нарежьте кубиками, также нарежьте небольшими кусочками два вида грудинки, обычную и копченую. Морковь очистите и вымойте, натрите на средней терке. Свеклу очистите и вымойте, натрите также на терке, аналогично моркови. Сразу приготовьте заправку. В чашу блендера переложите один нарезанный перец, томатный сок и пасту. Измельчите все до однородности. В сковороде прогрейте ложку масла. Выложите грудинку и лук. Жарьте 4-5 минут, помешивая. Добавьте в сковороду морковь, свеклу, сахар. Жарьте овощи еще 4-5 минут, помешивая. Добавьте в сковороду заправку из блендера, тушите овощи 5 минут под крышкой. Нашинкуйте капусту и подготовьте второй перец. Когда картофель будет готов, переложите в бульон заправку со сковороды и капусту с перцем. Мясо или курицу разберите на кусочки и верните в кастрюлю. Варите борщ еще 15-20 минут на небольшом огне, не забудьте добавить соль и перец по вкусу. Борщ готов. Приятного аппетита!